друзья, мы идем на рыбалку. Но не за малородкой, не за корюшкой, а за кунжой. В этот раз будет речная рыбалка. Сегодня, смотрите, какой день чудесный. Вон папаня. Буквально 4 дня назад была плюсовая температура, а сейчас минус 20. Представляете, какая большая разница. Вот, все белым-бело. Груз снега, значит холодно. Такое резкое похолодание, конечно, очень сильно ощущается. Речки махом замерзают. О, все в инее. Красота. Сейчас дойдем до реки. Тут метров 500, наверное. И посмотрим, что дальше делать. Ты непонятно так. Да все. Вот не, вот здесь вот, да. Ну-ка, сейчас померь. Уж я палка не доставал до дна. Ну-ка еще раз. Видишь, я до дна не достаю. Да хватит столько чего. Смотри, эти сыпь. Ваня, у тебя что-то там... О, сидит, ребята. Сидит. Вот у нас первая рыбка. Ребята, вот. Ну, тут рыбачек, на там пончик. Значит, глубинчик я правильно выставил. Покажи я. Красавица. Вот она. Сортирует глубину, выставляй по этому одной. Вань, ты так близко, это не подходи, это вниз. Страшновато что-то. Ой. Трещит, что прям все. Если не прыгать, то ничего не будет. О! Новая рыбка. Вот такая вот маленькая попалась. Чего ловить? На пару шапилинку. Мне кажется, проще ловить. О. Видишь, ну там пончик лежит. О, папаня, покажи. Да, мормочки эти классные вот здесь, но просто они чуть-чуть легковатые, чуть-чуть там совсем. А так они классные. Вот очередная. Покажи. Малышка классная вот эта цветная. И материал тяжелый такой. И... А, поближе, посмотри. Вот такая вот мормышка, поближе еще. Вот на опарыша. На опарыша, да. Вот такая кунжа клюет. А вот
Моя первая рыбка. Отобрал я удочки у папани. Наглую ногу. Вот. Вот она. Блин, клёво. Смотри, икра. Вот эти рыбы внутри. Он что, я бросал икру туда. Вот. Смотрите. У-ху-ху-ху, вот сколько она ела. Я что, икру бросал. Вот она и обожралась. Вот такие, ребят, махалки. 300 рублей стоят. Не, ну зато отлично ловить. Китайские махалки. Взял для навашки, ну вот для кунжи тоже пойдут. И леску то, что не вздумайте ставить, это вообще глупо. А леску я здесь вроде намотал 0,12, 0,14, короче, около того. И то даже грубовато. Да, можно даже поменьше. Поклевку, конечно, ощутил сразу прям. Дернуло так дернуло. А вот на малорудочной удочке что-то я вообще не могу поймать. Вообще ничего не чувствую. Леска толще, все. Да там как-то оно не так даже идет. Ну, тут же как в руку сразу отдается. Да, и не чувствуешь поклевку. Тут даже колыхнуло маленько, сразу чуть-чуть. Опа, о. Вот так вот, ребят, клюет. Тут видите, какая. Так, новая порция друзей. Опа, вот. О, таймень. Ребята, таймень поймал. Красота. Давай, цепи. Вот такая вот река. На... О, ты не на солнце. Отпускаем. Попер, попер, попер. Давай. Видите, как быстро замерзает. Ох, собака. Ну. Есть. Вот она рыбка. Класс. Три раза кусал, знаете? И вот. Красота. Три раза кусал и докусалась. Пошли, что там? Не, ну мы поймали, что? Вот еще один хвостик. Ох ты, греха, убежал. Обидно. Палатки можно было посидеть, да, шоу? Есть, давай. Хорошая? Нажми на старт там. Красную кнопку нажми там. Сначала убежала. А такая кунжа. Холодно, капец. Холодно, капец. Все, почему, наверное, пойдем домой. Вот, подготовку надо лучше сделать. И по снастям, и это, и... Вот такая вот мормушка ловится. Не, так это, бегаешь. Очень холодно. Слушай, на мормушку лучше, конечно, в лесу, да? Ну, я уже не хочу менять, потому что у меня руки замерзли, вообще не шевелькаются. Морозостойчивость упала. Не, она, кстати, это, клюет
Если она не села, она еще это. Ну она да, крутится вокруг, она да? Что такое, да, потому что это. Сама по клюху уже такая, тык-тык-тык-тык. Потом раз она блядь, это, и там. Клюху на махалке, конечно, чувствуется. О-о-о, еще одна. Опа. Еще одна-то. Ой, ну руки у меня уже трясутся. А что, одеть перчатку? Опа, есть, плюнула на камеру. Есть, потерла. А вот что? Видите, один раз клюнула, потом... Это прям вообще суперски получилось. Прямо в эфире, да? Ну да. Это вам немало руку пускать. Ну конечно эмоции от кунжи, конечно, намного больше, чем от малородки. Убирается. Потому что от малородки вообще никаких эмоций, это тупая рыбалка вообще, занудянская. Тут, конечно, интерес конкретный. Видишь, Шура, они с тайками проплывают, да? Ну, проплывают, бац-бац, клюют, раз, опять нету. Они, видать, это, другую стайку надо ждать. Ну иначе, холодно. Фу. Не знаю, как Шура, у меня вообще организм околевает. Костюм новый купил. Вот. Минус 25. Но на ветре продувает его. Сейчас как раз минус 20. Холодновато. Я его взял, чтобы это, когда крабу ловишь, там-то жарко постоянно. И под конец сезона уже. Крабу, главное, самого крабиков не покормить. А то что-то у нас тенденция какая-то плохая. Ну это весело. А? Это прикольно вообще ловить. Если все подготовку сделать нормально, то можно нормально половить. Хотя это вот, наверное, штук 10, наверное, поймали. Это считая только на две удочки. Ну да. Шура мне выпер, гад. Ну холодно, конечно, ничего не скажешь. Которые удочки это такие, короче, несерьезные, это вообще голяк. Можно здесь просидеть и до пришествия ничего не поймаешь вообще. Ловится только вот на эти две удочки, все, а остальное все. Без толку. Короче, что, погода, все? Погода все портится, да, надо текать. А так вообще чудесно. Пошел, половил. Эти уже все убежали. Сейчас тоже надо упадет. Хотя рыба, в принципе, поклевывает. Да холодно. Все холодно, да. Сворачивайся. Сейчас. Сегодня вот еще новинка. Купил айсберг мини. Как раз для перволёди. На малородку, вот, на речку, когда вот начали, он очень легенький. У нас большой айсберг, то есть ножи у нас тоже будут одни и те же. И самое классное айсберга это вот эта ручка. Оп. А, не показал. Вот. Раз. Два. Все, готово. Не надо ничего крутить. Ой, взял по акции, что, 4000 что ли, короче, классный бур. Вот наш улов, вот все живые, рыбки все примерно одинакового размера, и один таймень отпустили, который самый большой, кстати, таймень был. Вот такая гунжа, дубеет на морозе. Фух. Все, ребят, мы идем домой. Мы уже знаем, как и на что ловить. Потому что половина снастей сегодня у нас не работала. Так что в следующий раз мы придем подготовленными. Я думаю, наловим намного больше. Вот такая красота. Очень холодно. Без палатки вообще, конечно, труба. Поэтому все смотались, и мы тоже. Холодно.